таких знакомых каждому мелодий началось мероприятие, посвященное Вере Сергеевне Сипкиной, которая пережила блокаду Ленинграда. Ей было всего 4, когда город был взят в осаду. До сих пор женщина вспоминает то время со слезами на глазах, как и вся ее семья, которая много знает о событиях тех страшных дней. Света не было, воды не было. Представляете, ни канализации, ни воды. За водой ходили на Неву. А в семьях в основном остались одни же женщины и дети. Мужчины все на фронте были. Давали нам 125 грамм хлеба на сутки, больше ничего. И то в этих 125 там жмых, да всякая дуранда, еще черный-черный, как земля был. Вот и вся еда была. Ну а кто работал, 250 грамм давали работающим. Блокада в нашей семье живет всегда. Практически мама такого, может, и дня нет, чтобы не вспоминала. Наши правнуки уже об этом знают. Все рассказано. Песни учим про это. День Победы отмечаем. Ну и большое спасибо за память о тех днях. Действительно, это никогда забывать нельзя. И не приведи Господь никому с этим столкнуться. Вот. А то, что 125 блокадных грамм, за нашим столом всегда об этом помнится. День памяти полного снятия блокады Ленинграда – день окончания неимоверной боли, жутких будней мужественных ленинградцев, о которых не любят вспоминать, но и забыть не могут. Память, даже скорбная, это напоминание о том, что не должно повториться. И пусть брестских ленинградцев, переживших блокаду, с нами остается все меньше, забота о них – лишь малая толика уважения, которого они заслуживают. К сожалению, с каждым годом их все меньше, к великому моему сожалению, потому что совершенно недавно, буквально несколько лет назад, я говорила о том, что у нас 18, а сегодня их 9. 9 жителей блокадного Ленинграда сегодня проживают в Бресте. Но, к сожалению, не все могут уже выйти на улицу, не все могут участвовать в тех мероприятиях. Поздравление Веры Сергеевны Сипкиной стало последним в череде других чествований. Всех ленинградцев, переживших блокаду, которые сейчас живут в областном центре, душевно поздравили. А значит, и акция «Помнить, чтобы жить» в этом году подошла к своему логическому завершению. Пользуясь случаем, поздравляю всех жителей блокадного Ленинграда, всех добрых и мирных людей, которые живут в нашем городе и во всем мире, с тем, что в 1944 году, 27 января, Ленинград выстоял и был полностью освобожден от блокады. Ирина Кузьмич, Тарат Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания АБУК-ТВ.